Привет всем, зовут меня Дмитрий, и мы продолжаем проходить игру «Безумный Макс». Не забываем, ребята, ставить лайки, подписываться на мой канал и приятного просмотра. Ну что, ребята, усаживаемся поудобнее, мы начинаем. Поехали. Так, я предлагаю съездить в топливный перевалочный пункт, захватить его. А основное у нас задание – поехать в крепость Блюхареза. Это вот туда. Кто не знал. Ну, по пути... Как бы я хочу вот это все сделать. Ну, в данный момент мы сейчас поедем в топливный перевалочный пункт. Так, мы не сюда поехали. Я считаю, все лагеря мерзкие по расслужнику. Шлемы надо уничтожить. Но мы уничтожим. Не беспокойся, жестяч. Он у нас получит. Сразу не сдох, потом сдохнет. У нас на хвосте мерзкие отморозки. Ах ты какая зараза. Ну, посмотри, все-таки захотели. Забак, один выстрел, он превратится в клубок дыма. Дай-ка, конечно, послушаю я тебя. Патрон только потратил. Да, все патроны потратил. Костоя. Так, мы не уходим, не уходим. Ты дальше в этой груди запчасти уехать? Да он уезжает. Так, ребята, нам... Ух! Пригнись, снайпер! Ремонтируй. Где же наш снайпер? Погнали отсюда. Ух ты, какой зараза! Достает нас, ребята. А, он нам как раз туда и надо. Давай-то. Все? Ух ты, еще! А где он? Где он, снайпер? А вот он. Так, у нас жизни уже практически не осталось. Так, надо поправиться. Так, кто нам? Сейчас побежим, посмотрим, может где-нибудь можно залезть. Или пройти.
только вот здесь. Только не падай. Там лесенка есть у нас. Но мы не сможем пройти, ребят. Ах ты. Так, машинка у нас здесь. Сейчас придумаем, как зайти нам. Машина еще идет. Так, что мы можем? Отлично. Сейчас начнется свалка. Еще какая свалка начнет? Мордобой начнется. Еще живой? Заберем трофейчик. Так, у нас еще 10 лома надо забрать. Так, где-то у нас цистерна. Да. Так, осталось 5. Цистерн. Уничтожить? Так, наверху что у нас там? Ломик. Так, и что у нас здесь есть? Так, цистерна у нас 6, эмблема 3, лома 11 и детали разведчика 1. Это все искать надо здесь. Ползать, искать. Так, не туда, Марк. Так, а скинуть мы можем? Ну, посмотрим, может, правда можно скинуть. Зачем патроны брать? Так, ну давайте наверх залезть. Ах ты, гопничку сколько. Yeah.
А где ты там сидишь, орешь? Ах, вот он. Устранили горланом. Ну, это отлично. Патрончики. Так, кто нам там еще? А, внизу еще. Я и блинку хотел. Так, здесь сейчас все заберем. И себе вот это оружие. Палку-выручалку. Так, ага. Канистра. Где-то у нас канистра должна быть. Отморозки. Конечно, отморозки. А что, не отморозки, что ли? Так, а это сломать не можем? Ну, пришлось патроном. Так не получается. И две эмблемы осталось. Так, где-то здесь канистру я видел. Так, 6 лома собрали из 11. А хрен там? Не могу. Так, конечно, наверное, наверху. Да, наверху я видел. Вот. А зачем бросил? Да, твою мать, что я наделал? О, ребята, какой я дебил. На кой хрен я выстрелил? Я хотел подобрать, не на ту кнопку нажал. Ой. Ребята, это мой косяк. Очень большой косяк. Сейчас бы еще и погиб. Так, и теперь бензин, конечно, потерял. Может, здесь есть? А, вот же конец. Все, больше так не делать. Прошу, Мак, не делать. Так, мне надо чем-то подкрепиться. Или воду найти. Как так ее? Ай, даже успокоиться не могу. Взял, выстрелил. Так, еще одну блинку найти надо. И лома 4. Забрать еще 3 лома найти, а я думал, все-таки это, знаете что, детали разведчика. Так, ну что, сюда пойдем? Да, жизни нифига, мне консервы нужно, ребята.
Что-то не нравится мне какая-то арена. Случайно драться не буду? Так, и конец, сколько у нас осталось? Еще одна. Надо найти. Ну. А туда наверх. Не могу залезть. Жалость. Ну и зачем? Скажем, зачем ты маг будет? Палку вручал. Наше оружие. Да ёкломаны. Они идут. Крестьянчик орёт. Успокойся, всё нормально. Придут, значит, здесь же останутся. Союзные лагеря добыли нам лома. И эмблема. А вон, покушать можно консервы. Здоровье немного улучшить. Это хорошо. Ну, этого мало. Так, что нам? Что у нас? Одна цистерна, эмблема все, лом, три лома и детали разведчика. Как я оттуда пришел, да. А, вот разведчик детали. Так, эту деталь можно использовать для постройки проекта разведчика, крепости, которой правит Джет. Необходимая деталь собрана одна из трех. Так, и нам три. А, еще одну цистерну и три лом. Надо найти. О, людей держали в клетке. Мучили, издевались. Так, а вот это надо аккуратненько. Чтобы туда, как говорится, не упасть. Ой-ой-ой. Так, аккуратно. Разворачиваемся. Хоть и сохранение, но не хочется падать. Так, воды здесь мы не можем набрать? А, можем. Мне как раз надо набрать. Ну и само собой надо подкрепиться, как попить воды. Здоровье улучшить. Так, ну цистерну мы нашли, а вот ломика проблемы не нашли еще, это плохо. Как бы это все не рухнуло от наших взрывов. Привалочный пункт пита. Уничтожить пентеры. Цистерны. Врагов нет. Но у нас лома еще два найдено. Будем искать. Два лома. Где они там спрятаны? Так, второй уровень опасности у нас.
понизился до второго уровня. Эта музыка как-то мне не нравится. Что происходит? Так, два ломика, два ломика. Здесь все ремонтируют у нас. Да не выкидывал. Какая нам надо оружие? Так, где же у нас два ломика? Да, мы здесь проходили. Сейчас, секунду. Здесь мы пройти никуда не можем. Здесь у нас эмблема была. А, вон, вижу лом. А туда мы не заходили, да. И наверху, наверное, там лом. Да. Ну все. Все собрали, ребят. 100%. Ну теперь вниз надо. В машине наш. Святой, не забывай, на нас уже возложено миссия. Конечно, на нас возложено миссия. Погнали вниз. Вниз, вниз, вниз. Так, где там выход? Так, а бензинчик нам не надо? Или у нас все хватает? Так, давайте на карту посмотрим, глянем, что нам делать. Так, здесь у нас реликвия прошлое и лом. Надо забрать. Как вы думаете? Конечно, надо. Не оставлять же всяким отморозком. А здесь машинка горит. Нам приближается. О, ёкаломане. Сейчас развернуться, да? Точно! Как и говорил. Отлично, одна там уже. Куда ты? Сбежал, засранец. Страшно стало? Как сбежал сразу. Офигливо нападали на меня. Он тебя хочет сбежать. Он уже сбежал. Так, где у нас там? Где-то там. Мы поехали подальше.
Тут еще остались железные тотемы, пугало. Ну, сейчас тотем обрушим, если получится. Чего-чего-чего? Мы у брюхарета, осторожно, святой. Он безжалостный, как джит, но старше и подли. Живет на развалине великой белизне. Его клан всякий сброд. Говорят, он предсказал возвращение моря. Что он может? Он специализируется на мощной стальной броне, решетках и разной защите. За все требует плату. Так, а что там с пугалом? Требуется гарпун третьего уровня. У нас гарпуна третьего уровня нет. И это плохо. Очень плохо, ребят. Так, мы можем там проехать. Буря, большая буря. Приближается буря, ищите укрытие. Пытаемся найти. Так, а здесь нам не надо. То, по карте посмотрю. Это где-то вот сюда надо, что ли? Да ёкало. Ничего себе. Вот он, могучий вихрь. Так, надеюсь, нас не поднимет. Так, давайте по карте посмотрим, ребят. Ох ты, ничего себе поднимает. Так, а где укрыться нам? Бегом. И долго нам так стоит. Садись, жестянчик, быстрее. А, вот у нас реликвия прошлого. Так, и реликвия прошлого у нас здесь. О! Подбросим. Закись азота. В будущем все захотят поставить себе такую штуку. Давай, садись. Так, секунду, по карте посмотрю. Ну, вот сюда уезжать.
секунду, ребята, стоп, Макс, держи. Ох, ты машину поднял. Все, погнали отсюда, он нафиг. О! Куда мы там вообще спустим? Все, уходим отсюда вообще. Мы уцелели, теперь мы сможем. Так. А этим нельзя? Так, мне конечно нужно. Конечно, может быть и не быть. А нет, есть. О, пережили все-таки бурю. Ну что, ребята, давайте на этом серию закончим. Уже увидимся в следующей серии. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока.